Всем привет! Меня зовут Камо Мирзаян, я профессиональный фитнес-тренер. Сегодня я вам хочу рассказать, как себя привести в отличную форму в домашних условиях. И поможет мне в этом Оля. Всем привет! 7 месяцев назад я стала мамой. У меня родился сын Ярослав. Сразу же после родов я захотела скорее привести себя в форму и начать заниматься. Но свои тренировки я начала только спустя 2 месяца в силу некоторых противопоказаний. И вам рекомендую месяц-другой набраться сил. Не только молодые мамы, но и многие жалуются на нехватку сил и времени на спортзал. И мы сегодня покажем вам на живом примере, как сделать хорошую фигуру в домашних условиях, даже находясь на грудном вскармливании. Поэтому сегодня мы покажем вам комплекс домашней тренировки, которую делала я первый месяц своих занятий. Итак, простой комплекс, который займет у вас всего лишь 10 минут. У вас будет 3 пары сменяющихся по времени упражнений. Первая пара – приседания и отжимания от пола. Для новичков подойдет отжимание с коленок. Вторая пара – пресс и лодочка. Третье – разгибание левого и правого бедра поочередно. Основная изюминка комплекса – это то, что все упражнения делаются в постоянном напряжении, то есть без фазы расслабления, так называемая статодинамика, и все делается по 30 секунд. Сначала первая пара – приседания и отжимания. Все делается по 30 секунд и так 3 круга. Затем мы сразу переходим на пресс и лодочку, которые выполняются также по 30 секунд и 3 круга. Ну и наконец, мы переходим на третью пару, которая также выполняется по 30 секунд и все в течение 3 кругов. В результате весь комплекс выглядит так. Для кормящих мамочек в силу определенных противопоказаний мы рекомендуем заменить отжимание от пола на ягодичный мостик. В результате данного комплекса вы затрачиваете всего лишь 9 минут и плюс минута на все переходы в упражнениях. Итого 10 минут вашего драгоценного времени вы инвестируете в ваше здоровье и красоту. За это время вы получаете серьезную нагрузку на все мышцы тела и неплохую кардионагрузку, что помогает вам разогнать метаболизм. И вам всего лишь остается поддерживать данное состояние правильным питанием. А для правильного питания на каждый день отлично подойдут продукты Body Mission. С ними не нужно считать калории, тратить время на приготовление и взвешивать продукты.
Я делала этот комплекс упражнений в течение 3 месяцев. За это время я сбросила вес на 9 килограмм и похудела в талии на 7 сантиметров. И все это за 10 минут в день, которые можно найти даже при самом напряженном графике. Достигайте своих целей и будьте здоровы!